Нестача води, відсутність електрики та газопостачання. Кожного дня люди виживають під обстрілами і долають побутові проблеми. Своїм досвідом зараз готова поділитися Юлія Жук. Юлія, добрий день. Да, здравствуйте. Юля, я хочу, щоб ви зараз з нами поговорили, враховуючи свій досвід туристичний. По-перше, питаю про продукти харчування. Як їх можна зберегти зараз, бо температура все ж таки вже підвищується. Як їх зберегти і як їх можна все ж таки охолоджувати? Да, можу поділитися з вами цим. Дело в том, что мы не раз ходили в походы, и очень много из них были летние, где не спрятаться от солнца и жары. И самый лучший способ сохранять прохладу продуктов – это, конечно же, сделать углубление в земле. Нужно вырыть ямку, желательно поглубже, она не должна быть широкая, она должна быть глубокая. И сверху накрыть чем-то, ну, листвой. Если есть какой-то фанера, ну, в общем, чем-то таким накрыть. Выстелить низ тоже можно чем-то экологичным, ну, чтобы не были грязные те же кастрюли или какие-то другие продукты. И укладывать их вниз. Все. Это действительно сохранит продуктам жизнь. Но минус не будет. А скажіть, якої глибини ця комора потрібна, щоб була, і скільки там можуть зберігатися продукти? Ну, 30-50 сантиметров, я думаю, сильно глубокую будет сложно вырыть, и тем более неизвестно, есть ли у людей лопаты, да? А из подручных средств, каких-то палок или железных прутиков, я просто... Мы говорим о городе же, правильно? О городских каких-то проблемах? Или мы говорим в целом? Так, ми говоримо сьогодні в цілому. Скажіть, будь ласка, якщо мова йде про приготування їжі, які засоби для цього можна використовувати? І якщо мова про багаття, от вогонь, як підтримувати так, щоб не витрачати зайвого? Я ще хотіла додати про вот эту яму для продуктів. Є ще дуже удивительне фізичне явлення. Когда в алюминиевой посуде, может быть, это даже кружка в алюминиевой кружке, налить холодной воды и добавить соли, много соли. И путем быстрого-быстрого перемешивания алюминий проводит тепло, как все знают. И таким образом он очень быстро сначала нагревает все, а чтобы ему иметь эту энергию, он, значит, забирает тепло у окружающего, так сказать, то, где он находится. Поэтому вот такую кружку с солью можно поставить в ту же ямку, и она даже может даже и не появиться внутри. Вот такой лайфхак, чтобы охладить пространство вокруг, достаточно алюминиевой кружки и соленой воды. Угу. Вот этот момент. Якщо говорити про приготування їжі, що можна застосовувати, щоб якось економити отакі запаси? Сохранить. Може, так. Щоб сохранити вугілля до утра і костер ваш не затух, нужно, конечно, иметь три бревна под рукой. Это называется эффект ладьи. Как-то это называется, простите, я забыла. Ладья, не ладья, такое название красивое. Ну, в общем, это не важно. Самое главное – это принцип. На место, где вы готовили еду, на кострище, нужно сверху положить три больших бревна, близко друг к другу. И вот в промежутках между бревнами будет гореть костер, но он не спалит все бревна дотла, и до утра у вас сохранится жар. И эти бревна, главное, на несколько дней сохранятся. То есть их можно будет вот так вот каждый раз подкладывать и именно таким образом сохранять тепло. Еще раз використовувати. А якщо ми говоримо про освітлення, наприклад, та от якщо про свічки, як зробити так, щоб можна було і освітлювати приміщення, і щоб цього джерела світла вистачало надовго, і щоб світла взагалі було більше, що можна використовувати? Ну, у мене є тільки варіанти типу свічки.
Это берется консервная крышка от банки, проделывается в ней отверстие по центру. И если у вас есть бинт или какая-то ткань, но лучше бинт или веревка, вот такая вот толстая бечевка, ее нужно сначала пропитать масле, в растительном масле, в жире, да, в таком вот жидком. Вот, и потом продеть ее, значит, вот через это отверстие, через железную крышечку, и подпалить. И таким образом оно будет медленно тлеть, оно не повредит ваши руки, и потихонечку можно этот бинтик отматывать, то есть у вас такая себе долгоиграющая свеча. Как сохранить свет на больше? Этого, к сожалению, я не могу сказать. У меня такого опыта нет, чтобы прямо задерживать солнце. Скажіть, а як найдовше зберегти воду? Ми розуміємо, що її треба, звичайно, кип'ятити, але всі знають, що коли це був там лютий, люди збирали сніг, зараз збирають і дощову воду, але кип'ятити взагалі не завжди є така можливість. Скажіть, як можна її зберегти і як можна її фільтрувати, щоб вона не завдала шкоди здоров'ю? Да, я тоже, когда жила в своем прекрасном городе, без воды, без света, мы собирали и дождевую воду, и снег топили, да, было это все. Как мы выкручивались? Можно элементарно через тот же марлевый бинтовой фильтр пропускать эту воду, и очень здорово, если ты ложишь уголек. У кого нет активированного угля, можно использовать угли костра. Самые лучшие угли для фильтрации – это от березового дерева. Ну, это если вот вдруг береза какая-то у вас попалась, то и знаете, что это самый лучший фильтр воды. И вот через вот этот уголь и марлю, бинт, или даже можно капроновые колготы использовать, какие-то вот такие вот синтетические, да, волокна, которые хорошо пропускают воду и не пропускают никакие другие примеси. И вот таким образом процедить эту водичку. Ну и, конечно же, предварительно ее отстоять еще, туда сразу опадут все тяжелые элементы, а потом еще профильтровать и смело можно. Все ж таки на вулиці вже травень і кінець травня вже нормальна погода, але все ж таки в підвальних приміщеннях або в земляних укриттях холодно. Холодно вночі, от що робити, як зробити ліжко? Так, щоб не застудитися для дитини, або, може, для когось, хто поряд є, може, знайомі похилого віку. От що зробити, що треба підстилати? Перше, що вспоминається із наших холодних походів, мартовських, і бували і зимні, і пізні осінні, это, конечно же, древесина или мелкие ветки, или хвоя, самый лучший настил. Он мягкий, во-первых, он не ранит спины и очень-очень хорошо защищает от переохлаждения с земли. То есть еще раз, да, ветки хвойных деревьев, хвоя, или это сено-солома, может быть, или просто деревянное дерево. Любые дощечки или мелкие какие-то вот веточки, прям кучка, если сгрести и сверху положить какую-то ткань, это уже защитит вас от переохлаждения. По поводу того, как греться, если есть возможность нагревать воду хоть какую-то, или можно нагревать какие-то камни. Камешки, которые теплые, они очень долго сохраняют тепло, и обкладываться этими камнями на 2-3 часа, а то и больше, вам может хватить этого жара, чтобы не замерзнуть. Бутылки наполнять водой, греть. Дякую. Ми говорили з туристом з досвідом, з Юлією Жук, про те, як можна вижити, як полегшити собі життя, як полегшити свої побутові умови, коли у вас немає світла, або немає води, або немає газопостачання.